Перед тем, как официально познакомить новую солистку группы «Артик Асти» со своими слушателями, Артем Умрихин, он же «Артик», он же продюсер, устроил вечеринку и представился Вилли Вилиеву своему близкому кругу друзей. Официальные смотрины, так сказать. Знакомство Артика и Сивиль случилось еще задолго до первой встречи будущих коллег в офисе Артема. Но тогда в группе было все гладко, и другие солистки Артика интересовали мало. Я не сильно запомнил там Сивиль, ее номера. Я помню, что она была, конечно же. Но вспомнить, что там, что происходило, я сейчас не могу. Роковой и судьбоносной для Сивиль стала песня «Чувства». Это песня, которую я пою с комом в горле и на надрыве, на нерве. Это песня обо мне. Теперь то же самое, только официально. О том, что кто-то пел в группе до нее, Сивиль старается не думать и хейта не боится. Посмотрите на меня, что за вопросы. Вот я говорю, так просто. Артем Качер такой уверенности девушки рад, хотя понимает, что для Артика все гораздо сложнее. И разрыв с Асти он переживает, если не болезненно, то как минимум всем сердцем. Обману, конечно, если скажу, что они супер близкие друзья, но у них сохранились достойные отношения друг к другу, поэтому музыки на самом деле теперь будет в два раза больше. Но поводов для переживания все меньше. Клип «Гармония» сместил с первых строчек «Феникс» Асти, и негласная конкуренция сейчас на стороне группы. Эксклюзивные интервью в прямом эфире в студии РУ-ТВ о новом этапе, страхах и контрактах смотрите совсем скоро на нашем официальном канале в YouTube.